Я имею в виду с собой взять как-нибудь вот, в следующую субботу. Возьми с собой чисто место с собой. Или наоборот, в это оденься, с собой чистое возьми. А потом оставь здесь пока это. И мы вот так вот берем, нет, постирать. Когда знаешь, что на машине уедешь, берешь. Точно. Кабаняки носятся. Носятся наши кабаняки. О, уже здесь. Все играют у нас. Все у нас любят охотиться. Давайте еще Марышу вилами потыкаем. Это шутка была. Марысик, голуба моя. Ну иди, боже мой. Вот такая милашка-милашка. А подойдешь, блин, все хана тебе. Она вчера нам с Давиком страшно угрожала, пока мы делали у нее порядок. Особенно вот под домиком, да. Под домиком, когда она нас не видела, она начинала выступать и толкать эту сетку. Вот. А когда мы были в поле ее зрения, она лежала спокойно. Ну, то есть бдила за нами, чтобы, не дай бог, мы где-то не подкрались сзаду. Сидит Ксюху, там ждет, а Ксюха уже здесь. Ну, девчонки молодцы, они каждый день вот с ними играются. Я еще не просто ленюсь, у меня же еще Витюшка, я из-за Витюшки еще не могу никуда поехать. Дай Юле поцеловать мать, вот так, вот так. А я не поцелую. Вот так, вот так вот. Мокрый нос такой. Дай себе поцеловать. Ну. А он там это съел, он весь подрал немножко это косточкой тогда, вот у него кровило, помнишь? Да. Разрезал. Приснулся. О. Ты мой сладкий. Вонючий. Ну вот, кстати, Гектор, да, он не вонючий вообще, он это чистоплотный. Ой, какие бревнушки красивые. Вот скажи, можно вот так когтики точить. Да. Вот так. Давай, бегом. У меня чипа нету. Гоша, видите, тоже как любит охотиться. Вот так любит охотиться Гека. Вот так вот, да. Вот так вот Гека любит охотиться. Вот так вот он охотится у нас. Вот этот у нас красивый кот. Вот этот у нас самый великолепный кот. Набегался. Пар изо рта. Пар из пасти. Ты без варежек вот так вот вверх листаните. Вот так? Комменты, ага. Ох, сколько уже написано. Все, ага. Все горячие части. Ой, а то я в перчатках. Пойдем, мы кофе пока поставим. Ага, давай, подбирается к вам. Сейчас мы еще к Симбону сходим и будем закругляться. Тося у нас уже зашел. Смотрите, догоняет ночку. Змей такой. Иди домой уже. Сейчас Давик лопаты привезет. Будем срань мансю во слятники убирать. Вот она, наша котеточка сидит. Котеточка наша. Сладкая ребеночка сидит. Вот он мой колосенький. Иди сюда. Иди. Ой, мой носенька. У тетки, видишь, лапы замерзли, да. У тетки лапы замерзли, тетка не может. Тебя погладить, сейчас я сниму варежку. Ой. Я на улице-то уже с вами четвертый час хожу. Вот так вот. Пск-пск-пск-пск-пск. Вот так. Вот так. Видите, какой бронзбойт. Писькой моим мы. Дождался, пока мы придем. Пошел сикать.
Давай, еще ты нанюхайся. Вот он наш лев к нам идет. Вот так вот. Вот так вот эту тыковочку поглажу. Да, слава богу, что ты не сюда метишься. Да, вот оно, мое солнышко. Вот она моя ягодка львиная. Львиная моя ягодочка, да. Вот скоро Карен Вачиганович сделает стрим, расскажет о своей поездке. Следите за Ютубом. Может быть, он в Инстаграм сделает, может быть, на Ютубе. Ага, Мариночка, мы уже Симби сказали, что мама Марина выслала ему пледик. Вот, обещала выслать. Вот, будем ждать. Симба будет безумно счастлив пледику. Просто безумно будет счастлив. Да, Симбоня? Что у нас любит Симба? Симба любит пледики. Симба любит кувыркаться. И Симба любит, когда ему чешут подмышечку. Вот это у нас пристрастие. Вот так вот мы лапу на лапу, видали, закинули. Львиные пристрастия, царские, да. Царские пристрастия. Да, Симбуся? Смотрите, ноздрики какие красивые у нас. Ноздрики какие. Ой, поживушки, поживушки. Зевуки, поживуки, да. Сегодня Симба у нас опять отжигал. Вот. Да, и зрители. Симба очень любит зрителей. Это правда. Да, Симбуня? У него уже такие огромные глазищи. Такой огромный нос. Летом был такая соплюшка-соплюшка. А сейчас он какой? Он какой. На Пасху будет год, как он сделал свои первые шаги. Да, Юля любит слушать. Видите, все. Симба устал. Симба, скажи, скажи, я всем говорю пока-пока. Скажи, до следующего эфира. Да, скажи, мы будем закругляться. Вот, мы прогуляли 3 с лишним часа. Да, 3 часа мы ровно прогуляли. Сейчас 4. Начали в час, сейчас 4. Вот, поначалу-то, помните, у нас часовые были эфиры. Потом по 2 часа, а сейчас он уже по 3, по 3.5 часа. Прошлый эфир-то у нас был 3.5 часа. Вот оно наше сокровище, ананас с ушами. Чинос ананасик с усами. Видите, какая огромная голова у него. Да, Симба? Да, Симба устал, спать хочет. Спать хочет этот львенок. Спать хочет этот котенок. Котенок-макотенок. Он хочет шпатики, балю-балюшки. Скажи, Симбулечка, скажи всем пока-пока, до новых встреч. Да, скажи, до новых встреч, скажи. Вот. Скажи, я вот такой красавчик, да. Скажи, вот такой я красавчик. Да. Тебя все целуют, Симбуня. Все целуют, все тебе передают энергию любви.